выкройка нашей летучей мыши. Смотрите, чтобы каждому не отправлять. Листок А4. Листок А4 я разлиновала квадратиками 2 на 2 сантиметра. Ну, конечно, края у нас остались. Начинаем вот с верхнего левого угла. Квадратики пошли. И вы уже по квадратикам поймете, какую выкройку нужно сделать. Ухо 2 детали на одну. Ушко вообще, в принципе, всех 4. Вот. Тело, туловище, 2 детали в зеркальном. Головы, голова, тоже 2 детали. Ну, глазки вы можете сами приклеить, какие захотите. Носик можете кругленький, не кругленький. Я сердечком сделала. Вот оно, сердечко. Оно влазит в один квадратик. Также глаз, вот видите. И крылышко. Разлинуете лист и вырежете по квадратикам. Очень будет удобно это сделать. Видео поставите на паузу. Квадратик 2 на 2. Вот такое чудо у нас маленькое получится. Можно сделать глазки круглые, сделать реснички, но я пока сделала только такой. Это первый вариант. После обеда приступлю к другому. Хочу розовенькую сделать. Но она уже будет с бантиком.